Всем привет! Вы на канале Крёшка Маша. И сегодня мы распаковываем Флаффи Слайм. Да, его нужно делать самим. Тут у нас нарисованы ингредиенты. Тут у нас тайный порошок. То есть мы не знаем, какого он будет цвета, запаха. И еще вот тут у нас перемешка. То есть тут у нас основа и всякие добавления для слайма. Также у нас где-то рулетка, конечно, на какого цвета это может быть, и запах. И вот наш слайм сам торчит, то есть основа для слайма. Давайте уже скорее открывать. Вау! Так, что же у нас тут? Надо коробочку вытащить, как это. Впрочем, как его вытащить? О! Теперь коробку. Да. О, какая коробка. Так. Тут у нас всякие ингредиенты, шарики. Если они сейчас взорвались бы, это было бы очень страшно. У нас основа, то есть клей. Налит уже. Ставим шарики. Такие вот пушистенькие. Это сюрприз. Ага, сюрприз. Это сюрприз. Ну, видно, что это пушистенькие шарики. Тут написано, что это сюрприз. Так. И что у нас тут еще? Лёд. Блесточки серебряные, блесточки. Что связано с серебряным? Ну, серый. Я не хочу, чтобы у меня серебряный слайм. Ладно, этого цвета там нету, так что без волнений. Так, тут находится наш цвет для слайма. И сейчас ложечка. Ложечка, она у нас зеленая, выливается, и тут миллилитры написаны. Что, ложим ложечку. Так, отлично. Ну что, давайте откроем нашу основу. Это не клей, это что-то мягкое. Я даже подумала, это что-то мягкое. Это у нас активатор с секретным ароматом и цветом. Мне так интересно, что это будет за цвет и запах. Ну что, давайте откроем. Я когда его открою, уже почувствую, что это будет. Пахнет лимоном, что ли? Что-то фиолетовое. Оно уже почти открасило всех людей. Опа. Уже оно такое светло-розовое. И у меня есть предчувствие, что это фиолетовый. Значит, это может быть ежевика. Ну, или какая-то еще другая ягода. Черная смородина. Он, например, очень похож на фиолетовый. Еще никакой. Как же круто мешать. Как же это залипает. Оно прилипает к ложке. Даже непонятно пока, что это слайм. Должен будет быть слаймом в будущем. Я отцепилась с ложкой. Опа. Я не буду это в руки брать. Очень сложно мешать, потому что оно прилипает все это дело к ложке. Ну что, я его перемешала, а теперь давайте добавим блесточки. Сейчас такие бабла наполнятся.
Анне Вовалке. Вот так вот. Вот так. Должно у нас и было получиться. Вот так вот получилось. Давайте его достанем. Вау. Какой небольшой подарок. Давайте помешаем его пока в руках. Баночка нам не нужна. Он даже прикольный. Давайте попробуем сделать пузырек. Вау, пузырек. Так, давайте его попробуем стянуть вот так вот. Оп. Как там они делают? Вау, да. Сейчас мы добавим шарики. Сначала нужно его растянуть, чтобы шарики поместились. Опа, оп, оп, оп. Так, шарики. Пузырь сначала вылез. Шарики будем добавлять. Вот этот. Лопающий слайм. О, не жалей. Не жалей. Воробей, воробей, не жалей. Так, не зря вытащить шарики. Масло вытащить. Опа. Смотрите, как они просто разлетаются. Потому что мы на земле. Это земля. Это земля. Сейчас прибавим. Оп. Убежали. Ну что, давайте перемешивать. Опа, 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 опа. Вау. Как они закрываются? Давайте послушаем звук. Дырки, там дырки образовываются. Привет, я боюсь, она сейчас высыпется все. Не говорите об этом. Да, там дырочки. Ничего, мама, ты мешаешь. Потом их, потом как-нибудь. Он стал тверже. Вау. Давайте попробуем его сделать розочку. Вау. Я червячок. А теперь соберем шарики. Заберем его скорее. Давай, собирайтесь. Вот, вот так. Ну что, мне кажется, пора добавлять кубики. Сюрприз наш. Так, слайм начал не тянуться. Шариком таким количеством большим. Очень много. Он не кликает, он ничего не улучшит даже. Как собрать? Засыпайтесь. Опа, вот сюда. Вот сюда. Пусть будут человечки у меня ходить. Это что за притяжение, ребят? Оно притягалось, оно в воздухе висело на мне. У меня магнит на самом деле. Так. Так, вот вытащим.
так. Потом с вами поиграюсь. Господи, я говорю, потом с вами поиграюсь. У меня нет сейчас времени. Вау. О май гад. Так. Пушистые шарики. Нашли под землю. Я буду поглотить, ребята. Что, подсянем его? Ну что, давайте сделаем второе. Что он вообще умеет кликать? Нормально он так кликает. Теперь как он хрустит? Ну а хрустение его не поменялось. Только он как пластилин стывает. Очень быстро. Вот такой вот слайм у нас получился. Ну а вы были на канале Краска Маша. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. А я буду продолжать кликать слайм.